специализированной музыкальной школе слепых и слабовидящих детей города Армавира работает подготовительное отделение. Здесь все начинается с самых маленьких. Обучаются на отделении дети от 4 до 7 лет. Нужно ли ребенку заниматься музыкой? Однозначно все педагоги нашей школы дают положительный ответ. Занятия музыкой развивают творческие способности, улучшают речь, координацию, память, способствуют успешной самореализации. Польза от музыкальных занятий состоит еще в том, что она привносит в жизнь яркие впечатления, развивает дисциплину, абстрактное мышление. Музыка учит отличать плохое от хорошего. Чем раньше ребенок соприкоснется с музыкой, тем легче развить в нем музыкальные способности. В подготовительном отделении занимаются все дети, независимо от способностей. Главная цель – сформировать интерес к музыке, пробудить желание и заинтересованность обучаться в музыкальной школе, подготовить ребенка к поступлению в первый класс не только музыкально-эстетически, но и психологически. Самыми маленькими работают замечательные педагоги нашей школы, которые основываются на собственный опыт работы с детьми дошкольного возраста. Творческая инициатива, изобретательность педагога играют решающую роль в развитии интереса учащихся к занятиям. Один из самых эффективных методов в дошкольном воспитании – это обучение при помощи игры, которым пользуются наши преподаватели, увлекая детей в прекрасный мир музыки. На наших уроках присутствует благоприятный эмоциональный климат, который основан на терпении, доброжелательности и выдержке педагогов. Урок «Занимательное сольфеджио». Преподаватель Маргарян Аривад Ишханиковна. На этом занятии малыши знакомятся с основами музыкальной грамоты, вырабатывают чувство лада, приобретают вокально-интонационные навыки, навыки вокального исполнения музыкального текста, в том числе путем сольфеджирования, навыки записи музыкального текста, развивают чувство ритма, знакомятся с элементами музыкального языка. Урок «Хор». Преподаватель Маргарян Аривад Ишханикова. На занятиях по хору дети овладевают навыками вокального пения, пения в ансамбле, чистого интонирования, дикции, дыхания, артикуляции. Воспитывается эстетический вкус, исполнительская и слушательская культура. При исполнении репертуара классической, народной музыки, произведений современных авторов происходит знакомство с культурно-историческими направлениями и национально-музыкальными традициями разных стран. Развиваются личностные качества, самостоятельность, ответственность, усидчивость и внимательность. Дисциплинируется воля и целеустремленность, а также чувство потребности в саморазвитии. Урок «Шумовой оркестр». Преподаватель Богдан Антон Сергеевич. На занятиях малыши знакомятся с музыкальными шумовыми инструментами – ксилофоном, бубнами, трещотками, маракасами, ложками, погремушками. Формируется интерес к музыкальным инструментам, желание поиграть на них. Вырабатывается чувство ансамбля, концентрация внимания, слуха, координации. Дается возможность ребенку исполнить заданный ритм, придумать свой собственный. Занимаясь в подготовительных группах, дети соприкасаются с миром прекрасного. В таком раннем возрасте это непременно обогатит их духовный мир, позволит раскрыться как личности. В течение учебного года ребята обязательно будут участвовать в концертах школы, чему будут радовать своих родителей и близких.